Привет, меня зовут Роман. Хотел сказать пару слов об Алексее Николаевиче Осипове. Это тренер моего сына по айкидо. Он занимается в детском саду с детьми по впечатлениям сына. Авторитетный человек, даже меня стал обучать айкидо. Сейчас мы находимся на одном из форматов. Это родительский день с детьми, выездной отдых, отличное мероприятие. Здесь проходят и пробные тренировки. Алексей Николаевич и нас посвятил айкидо, показал какие-то приемы. Была тренировка показательная. Мне это очень понравилось. Я теперь понимаю сына, почему он так к нему относится. Все здорово, классно подходит именно к воспитанию мальчиков. Ну, рекомендую с ним познакомиться, если удастся попасть к нему на татами. Это самая классная вещь. Дети, которые занимаются с ним, я вижу, что у них глаза горят, и это классно. Пока.